Ну что же, всем здорово, с вами человек, который находится по эту сторону монитора, и сегодня я решил поиграть в игрушку под названием NEC 2. Была до этого первая часть, но ее я записывать не особо хочу, потому что она довольно скучная. Вторая часть вроде бы этим не страдает, и там вроде бы кое-что исправили. И исправили, конечно же, в лучшую сторону, поэтому во вторую часть я и хочу поиграть, думаю, это логично. А еще, короче говоря, когда вышла вторая часть, произошел небольшой глюк. И примерно около часика, может быть два, игру можно было получить совершенно бесплатно. Но поскольку я довольно-таки везучий человек, я в это время спал и поэтому вообще не был в курсе, так что бесплатную копию игры я не урвал, но был один мой хороший друг, который это сделал. Спасибо тебе, Слава, за то, что поделился этой игрой, без тебя бы ничего этого не было. В общем-то, погнали. Это мой мир. Другого не дано. Красивый, правда? А ведь я его как-то спас. Ну, мы с Неком спасли. Нек — это мой... А начну-ка я сначала. Меня зовут Лукас. И я здесь живу. Здесь красиво и полно всяких реликтов. Вроде бы это следы погибшей цивилизации. Без них никак. Они питают все вокруг. Мой друг, доктор, всю жизнь их изучает. Все их тайны. Однажды он сумел их соединить. Оживить их. Так возник Нек. А Нек, он способен на все. Ну так вот, вместе мы спасли мир. И после этого наша столица Нью-Хейвен цвела. Но появились враги. Я просто уверен, что виноват. Как же так? Ложись! Мы исправим все, Лукас. Прямо сейчас. Ну вот, и теперь мне дают возможность поиграть. Один игрок, второй игрок может присоединиться к вам в любой момент. Ну, поскольку рядом со мной никого нет, я вынужден играть один. Выберите уровень сложности. Ну, я, пожалуй, выберу нормальный, потому что я не особо хочу в этой игре страдать. Мне хватило мучений в первой части, а эта игрушка вроде более щадящая по сравнению с первой частью, так что все-таки нормальный. Это стандартный уровень сложности. Неудивительно. Глава 1, 1. Вторжение. Круто. И кто к нам вторгся? Я хочу на вас поглядеть. Камни? Думаю, нет. Я кусок идиота, в принципе, ничего нового. А, роботы, прикольненько. Ну да, в принципе, здесь управление такое же, как в первой части, за исключением пары изменений. Вот, допустим, вот этого приема вообще в первой части не было. Ну, вот это уже стандартный удар, он, естественно, был. Далее, вот этого... Так, кстати, я хочу продемонстрировать людям плюх, который мне почему-то недоступен. Ладно, черт с тобой, впоследствии я с этим разберусь. Так, ах да, еще пинать врагов я не умел. То есть это новая способность. Удобненько. Отчасти. Но пока что это просто мини-враги, которые уроном не особо не наносят. Так, L1 выставить блок. Прикольно. Ну уже, шмаляйте в меня. Ну вот я типа выставил блок. И что мне с этим теперь делать? Видимо, ничего. Так, ты получил в щи. А, да ладно, он не умер? А чё они даже по мне не попадают? Так и должно быть? Ну ладно, допустим. Странные какие-то враги. Так, а вот было больно, если честно. Такс. Ах да, и отличие по сравнению с первой частью. Нек научился подбирать те реликты, которые у него отняли. То есть, если нам наносит урон, мы теряем реликты, но со временем Нек их снова подбирает. В первой части такого не было. Ты, если тебя, в общем-то, ударили, ты не восстановишься. Ну, до хилки. То есть, своего рода аптечки. Контейнер с этими реликтами. Я не знаю, что я несу, я немножечко сонный, так что мой мозг не работает. Там вот такие вот дела. Еще я выбрал стандартный уровень сложности, сомневаюсь, что будет
очень тяжело, так что можно просто от балды фигачить по всем. И шанс того, что тебя убьют, он печально мал. Посмотрите, это гигантский робот. Я пока что, честно говоря, вообще не вникаю, что здесь происходит. Потому что нас сразу кинули в гущу событий. Прикольно. И что он может? Эпично! Вот дичь, меня уменьшили. Ничего, сейчас восстановимся. Я просто немножечко в демку поиграл, поэтому немножечко знаю, что здесь происходит. В общем-то, как управлять этой штуковиной, я представляю. А еще я повторяюсь в словах, но это уже не новинка, особенно для меня. К этому, наверное, стоит привыкнуть, или же этот дефект убрать. И, скорее всего, второе, но пока что это вряд ли произойдет. Так, давайте-ка отойдем в сторонку. Регенерация, спаси меня, вот сюда будет дело. Опять мне нанесли урон, я двигаю в сторонку, чуть-чуть отхиливаюсь, вот все зашибись. Теперь можно снова пнуть вот этого робота. И остались мы вдвоем, чел. Что ты готов предпринять? Да мне все равно. Ой, он меня толкнул. Ой, он меня немножко ударил. Он меня снова ударил. Ой-ой-ой. А вот это уже нехорошо. Я здесь постою. Вот все другое дело. Сомневаюсь, что ты так умеешь, но... Я рад все-таки, что ты так не умеешь. Ты не должен регенерировать. А я главный герой этой игры. Я обязан это сделать. Чего до меня дошло? И теперь мне говорят, снова увеличится. Интересно, сильно ли они испугались? Лично я бы обделался на месте, если бы такая махина вылезла прямо у меня из-под ног. Так, а что у нас там? А там у нас сундучок секретный. Вау. Ну давайте-ка его откроем. В данный момент я говорю как идиот. Чисто по привычке. Так, мы нашли сундук с сокровищами. Постарайтесь разыскать все спрятанные устройства и кристаллы... Ай, кристальные реликты. Всего вас ждут 100 сундуков с сокровищами. Круто. А сколько я всего нашел? Всего я нашел, я так понял, ничего. Ваша коллекция, вы еще не нашли эту деталь. То есть, в смысле, деталь янтарной бомбы? Вы еще не нашли эту деталь. Да чего? Ладно. С этим разберемся чуть позже. Вот она. Устройство. Собрав все необходимые детали, Накс может сконструировать устройство, наделяющее его дополнительными способностями. Но что-то такое было и в первой части. Правда, я не особо это дело собирал, и то, как это помогает, я особо не вкусил. Но на геймплей это особо вообще не влияло. Не знаю, как здесь дела обстоят, думаю, точно так же. Ну, я сомневаюсь, что во второй части они прямо так кардинально перелопатили весь геймплей, что это будет совершенно другая игра. Но хотя, возможно, все будет лучше. Потому что вторая часть по определению должна быть лучше, чем первая. Ну, потому что, типа, они могут посмотреть на первую часть, исправить все свои предыдущие ошибки и создать более улучшенную версию. Они, думаю, это и сделали. Ну, насколько хорошо они это сделали, я и узнаю. Но знаете, в это сейчас банально веселее играть, чем в первую часть. Проблема первой части была в том, что она дико скучная, и уровни под конец казались уже бесконечными. А здесь пока что все что-то происходит. То есть каждую секунду на экране что-то взрывается, тебя кто-то стреляет, то есть все живенько. А в первой части с этим был дефицит. По-моему, я об этом уже говорил. Да не важно. Так, давайте-ка станем чуть побольше. А теперь снова чуть поменьше. Чтобы в меня машиной не попали. Да, вот такие вот дела. Привет, робот, можешь, пожалуйста, не кидаться в меня машинами, пока я до тебя не доберусь. Так, что здесь происходит? L1, парирование. Кажется, понял. Минус один робот. Твоя очередь. Минус второй робот. Ладно, такой вещи, как парирование, в первой части не было. Я, кажется, буду каждую секунду говорить, что было в первой части, а чего не было. Ну, знаете, это такое небольшое сравнение будет. Мне нормально. Да и говорить особо не о чем. И тем самым появляется тема для разговора, и уже считается то, что я не несу фигню, хотя на деле совершенно не так, я продолжаю нести фигню. Так вот, даже в данный момент я могу нести фигню. Вау. Зачем каждый раз делать такое слоу-моушен? Не, а можно они, короче, будут меня шмалять? Я такой, бац, отразил. Вот, молодец. Шикарно. Я тут немного реликтов потерял. Ой, дверка закрылась. Теперь я буду маленьким.
Нифига подобного. Так, реликты. Реликты — это древние предметы. Да. Это все еще я знаю со времен первой части. И мы немного выросли. А может быть и много. Я не знаю, как оценивать его размер. Но сейчас он размером с этих увольней. Немного раньше мы их валили спокойно, и они были в разы меньше, чем мы. Следовательно, мы уменьшились. Это такое маленькое сравнение. О, смотрите, обычные люди, рабочие. А зачем по ним шмаляют, я понять не могу. Что вообще здесь за сюжет? Что происходит? Я до сих пор понять не могу. Почему я не могу это отразить? Серьезно, почему я не могу это отразить? Ладно, черт с тобой. Я до тебя, в принципе, дойду сегодня. Наконец-то. Это было так сложно реализовать. Он постоянно стрелял. Так, а это у нас, я так понял, янтарная руда. Индикатор янтаря. Ну да, что-то в этом роде. Интересно. Что здесь вообще происходит? Здесь, я понял, янтарь играет своего рода щит. То есть, пока у тебя вот эта шкала полная, тебе не могут нанести урон. Когда она заканчивается, тебя бьют. А в первой части янтарь работал немножко по-другому. В первой части ты копишь янтарь и можешь применить одну из суперспособностей. Здесь, видимо, это дело сделано немножко по-другому. Типа, может быть, какие-то комбинированные атаки будут или что-то в этом роде. Я пока что не в курсе. Я, когда запустил эту игру, я поиграл совершенно чуть-чуть. Ну, в дальнейшем, я думаю, выяснить, стала ли эта игра лучше или хуже. Ну, сейчас, уже на первом уровне, игра выглядит в разы приятнее, чем первая часть. И это радует. Но хотя, по факту, это не удивительно. Потому что, как я ранее говорил, она по определению должна быть лучше, чем первая часть. Ну, нельзя накосячить больше, чем первый раз. Хотя люди всякие бывают. И, допустим, я тому доказательство. Я могу сделать во второй раз хуже, чем в первый. Допустим, взять, к примеру, тоже прохождение Crash Bandicoot. Когда мне пришлось перезаписывать, я играл в разы хуже, чем в первый раз. Так, стоять. Ну, давайте-ка мы его отпнем так чуть-чуть. Ну и тебя можно заодно захватить. Так, и его тоже пнем. Так, а теперь я могу на тебя плюхнуться? Сила плюха. Нет, сила плюха недоступна. Обидненько. Это просто... Да, я тебя пну разок. Вот, спасибо. Чё ты психуешь? Я же тебя всего лишь пнул. Вот, видишь, еще раз пнул. Я смотрю, тебе нравится. Ой. А вот это было неприятно. Хм. Там тебе самое место. Окей, поднимаемся наверх. Горящая машина. Она мне могла нанести урон. Серьезно. Ладно, ну как скажешь, меня вышвырнули. Чё за фигня? А куда мне в принципе надо было идти? Я что-то не особо догнал. А почему меня назад вернула игра? Серьезно? Она меня прям вышвырнула назад. А, так тоже пойдет. Окей. Не, ну мы так не договаривались. Я хочу в тебя хоть разок машину швырнуть. Так, а вот теперь я решил почесать нос, и меня все равно кинули машину. Видимо, здесь монстры не пунктуальны. Почему я не могу на них плюхнуться? То есть вроде прыжок, квадрат, прыжок, квадрат. Ничего не происходит. Типа это я могу делать? А плюха нет. Почему? Видимо, этот прием будет доступен позже. А что я тогда прозевал? Интересно, а когда он психанет? А вот машины ломать нехорошо. А может, оно вообще сейчас сломалось? Ну, это было ожидаемо. Ай. Как думаете, за сколько минут я ему дам в щи? Ай. Я тоже так умею. Понял? Моя очередь. Да сколько у тебя хп? Вот. Это был завершающий удар. Энергия реликтов. Эта таинственная энергия источает лазурное сияние. Ее можно добыть, истребляя противников и открывая сундуки с сокровищами. Она усиливает Нека. Почему бы не попробовать прямо сейчас? Нажмите кнопку сенсорной панели. Управление. Открыть экран усиления. Круто.
Усиление. Вы можете задействовать энергию реликтов, чтобы усилить свои способности. Попробуйте разучить первый навык. Удар телом. Так мне, оказывается, его надо было прокачать. Вот этот момент я как-то упустил. Во время первого запуска этой игрушки. Путь скорости. Gotta go fast. Вы открыли для себя путь скорости. И что мне даст? Что мне теперь с этим делать? Круто. Следующая дорожка откроется, когда вы изучите все основные навыки. Чем больше энергии реликтов вы накопите, тем сильнее станет Нек. Спасибо. А, ну и типа сейчас у меня вообще ничего нет. Мне стоит отсюда выйти, да? Похоже на то. Что все-таки это за гигантские махины? И что они здесь забыли? Почему они здесь вообще? Я понял. Ладно, видимо, что-то понял. И теперь я могу плюхаться, да? Да, теперь я могу плюхаться. И знаете, что самое крутое? После того, как я выполняю подобные действия, игра не лагает. В первой части просто очень сильно страдал FPS. Здесь вроде бы с этим проблем нет. Ну, пока что нет. В дальнейшем мы все увидим. Я мастер дебильных смертей, просто это мое. По прямой, ничего не предвещает беды, а потом бац, ты падаешь. Так могу только я. Ой, я рад, что вы сюда прыгнули. Эй, а вот по лежачему стрелять не очень хорошо. Опять нос зачесался. Вот все, хорошо. Вау, вы такие щедрые. Вот это вот 6,94, это показывает мой рост? То есть вы хотите сказать, я 7 метров в длину? Нифига себе. Квадратик. А. Жмякаю! Изо всех сил! Есть! И что мне теперь с этим делать? А, кажется, дошло. А, крестик. Вау, квиктайм-ивенты. Пока что это самый легкий квиктайм-ивент за всю мою жизнь. Она летит. А, R1. Какую кнопку мне дальше нажимать? R1. Круто. Мы сломали кран. Мне нравится, как игра меня еще ждет. Вы точно хотите нажать крестик? Ну, нажмите, пожалуйста, крестик, кружочек. Ну, я так понял, на этом все. Смотрите, меня любят, а в первой части меня все шарахались. Ну, вы, конечно, и лицемеры. А я, часом, людей зашибить не могу? Нет. Зато они без проблем могут преградить мне дорогу. Круто. Нам сюда, Лукас? Да, вон впереди. Ну, держись, снижаемся. Ты готов там, Нек?
Так почему мы решили провести выходной здесь? Ха, если скажу, будет неинтересно. О, вот как. Тогда не надо. Давай уже, Нек, мы тебя ждем. Как же хорошо побыть с любимым племянником. Так я же у тебя один. Ну, это да. Пошли, Нек. Самое время. Начнем новый день. Прогулка на свежем воздухе. Я вот, знаете, со времен первой части так и не допер. Будет, типа, когда он очень маленький, он вообще говорить не может. А когда он чуть-чуть так хапнет реликтов, у него появляются голосовые связки, или как это работает? Что это за противники такие? Ладно, черт с вами. Интересно, здесь есть какие-нибудь секретки? Ну-ка. Вау, здесь сундук. Который дает мне просто опыт. Ладно, в принципе, опыт это тоже неплохо. Окей, идем дальше. Божьи коровки. Они тоже мне дают опыт. Прикольно. А ты мне опыт дашь? Привет. Да, и он тоже дает опыт. Чего со мной в этой игре все такие дружелюбные? Я на подобное не рассчитывал. Так, здесь вряд ли что-то есть интересненькое, лучше пойти дальше. Знаете, я вот сейчас как идиот просто каждый угол игры хочу обшарить, хочу узнать, что тут есть. Так. Окей. Это было странно. Вроде как бы я упал первее. Он должен был нанести мне урон, но он все равно умер. Видимо, пока анимация не завершится, я не уязвим. Окей. Прикольно. Бриз и вправду приятный. Да, день просто превосходный. Вот я сейчас буду задаваться вопросом, каким образом они там оказались. То есть, как вы только что оказались тут? Вы же... Это не важно. Видимо, в этом мире изобрели телепортацию. Так, вот, а вот божья коровка. Значит, наверху что-то есть, и наверх можно как-то попасть. Ой, опять эти насекомые. Или что это вообще такое? Так вот, с ноги тебе. Так, я хочу, как последний дурак, находить здесь какие-то секретки. Потому что в первой части они были не особо прикольные, а здесь вроде как-то они уже более интересно спрятаны. Так, а еще я очень везучий. Вот, другое дело. Так вот, по чуть-чуть иду, я не хочу упасть. Так, сороконожка, извини. Ой, божья коровка, извини, но ты умрешь. Сейчас бы перепутать насекомых. Это да, я прям молодец. Так вот, можно отсюда уже свалить. Больше мне сюда не надо. И можно идти дальше. Так, удачи. И я буду искать следующую секретку. Ты даже не знаешь, куда я иду. Какого черта ты мне говоришь удачи? Так, здесь тоже ничего нет. О, и на этом моменте игра вспоминает, что она является платформером. Самое время. Такс. А здесь где-нибудь секреточки есть? Хм, надо как следует осмотреться. Но пока что вроде ничего такого я не заметил. Ну ладно. Так, вы знаете, что-нибудь наверху так рассмотреть? Вроде здесь тоже пусто. Так, становится чуть-чуть поменьше, а то иначе мы вообще не пройдем. Так, все, можно валить отсюда. Такс. И другое дело. Неужели в этой части платформинга станет больше? Так, и туда наверх тоже можно забраться. Так, давайте-ка вот так эту штуку чуть-чуть наклоним. И попытаемся пойти наверх. Получилось. А здесь у нас уже большой сундук. И здесь я нашел... Что это? Получение предметов от друзей. Отстаньте от меня. Кто такие они и Харви? У меня вообще в друзьях нет. Кто вы такие? Ладно, не важно. Так, рубиновый реликт. Если собрать достаточно таких предметов, станет доступен особый нек, состоящий из рубиновых реликтов. То есть... Серьезно? Эта штука была и в первой части, но... Зачем ее надо было переносить сюда? По факту эта функция бесполезна. И сколько мне еще рубиновых реликтов надо собрать, чтобы стать красненьким? Просто я сомневаюсь, что я захочу перепроходить эту игру. Потому что для того, чтобы было... Окей, не так сказал. Просто для того, чтобы открыть, допустим, рубинового нека, нужно было перепроходить игру не раз. А ту игру перепроходить вообще не хотелось, ни разу. То есть вот после первого прохождения ты хочешь на нее забить навсегда.
Знаете, вот, вот это место очень сильно напоминает уровень из Крэша. То есть, может, у меня просто такая ассоциация, но вот уж очень как-то сильно напоминает. Банально даже музыкой. Уж, не знаю, мне почему-то кажется очень похоже. Ты правда добрался сюда сам? Ну, вообще, кстати говоря, это место выглядит довольно лампово. То есть, все такое спокойное, милое. То есть, эта игра создана для того, чтобы просто расслабиться. То есть, в это можно спокойно играть, не напрягаясь, и при этом получать удовольствие. И по сравнению с первой частью, это огромный плюс. Круто. Назад. Можно я вас пну? Назад! Оба! Ладно, первый в щи получил. Что насчет тебя? Так. Ну и ты тоже ли это хотел? Так, здесь у меня реликты. И теперь я 1.55 в длину. Слушайте, я расту, а я уже выше, чем они или нет? Да, в принципе, я с ними одного размера. А вы, по сути, не такие уж и высокие. Ладно. И там вроде как что-то есть. Удар. О, круто. Еще одна секретка. Не открываем. А это еще что такое? Деталь телепорта. Отключите уведомление о том, что запись заблокирована. А я, видимо, их отключил, потому что оно мне не высветилось. Вот вы его в данный момент видите? Я нет. Уведомление о блокировке функции записи можно отключить. Сделать это можно, изменив параметры уведомлений. А, типа это местечко не записывается? Типа, вы хотите сделать игру без спойлеров? Или зачем вообще это делать? Я не понял. Так, если Нек падает в пропасть, устройство автоматически возвращает его оттуда, где он стоял до падения. После каждой телепортации устройство какое-то время перезаряжается. Кстати, по факту полезная вещица, но я сомневаюсь, что я здесь буду очень часто дохнуть. Но всякое бывает. Возможно, дальше будет все намного сложнее. Но я в этом не уверен. Вы добыли деталь устройства телепорт. Спасибо. Теперь можно отсюда валить. Так, давайте-ка снова станем чуть-чуть побольше. Это уже обязательное условие. Потому что здесь появляются гоблины, которые хотят дать мне в щи. Слушай, я могу твои удары отражать? Да, вообще без проблем. Ну, кстати, так как стало бить намного проще. Будь такая способность в первой части, игра бы стала значительно легче. И более-менее интересней. Да, скорее более интересней. А здесь, я так понял, вообще лучников нет. Ну ладно. Сколько вам? Два удара, да? Да. Давай ты последний. Ох, ну ладно, решил здесь назад отходить. Ну я и тебя достану. Так, а здесь Нек решил среагировать на ящик. Окей. Видимо, ящик более опасный, чем этот гоблин. Возьму на заметку. А, здесь надо стать поменьше. Ого, здесь я могу разглядеть его вблизи. А еще вблизи я могу разглядеть офигенные текстурки. О, спасибо. Отдалили камеру. Так, зря стал чуть больше. Мне это особо не поможет. А, теперь это меня спасло. Так. А вы не могли бы по одному продолжить нападать? А то как-то двое на одного не особо честно. Вот другое дело. А, понял. Здесь можно просто постоять. Ну, ок, жду. Какой красивый вид. Какая чудная погодка, не правда ли? А знаете, что-то в самом начале чересчур много платформинга. Первая часть страдала от недостатка платформинга. А здесь пока что как-то его слишком много. Даже не знаю, как это расценивать. Но пока мне нормально. Воу. И знаете, этот платформинг значительно проще, чем, допустим, в том же Крэше. Так, но мне нужно наверх. Вот. Что ты такое? Окей. Пронесло. Так, здесь я лучше подожду, потому что трилогия Крэша учила меня ждать. И вот, доказательство, это мне помогло.
Так, и что меня ждет дальше? Такая чудная игрушка. Не, серьезно, пока что мне вторая часть очень сильно нравится. Я так понял, здесь будет секретка, да? Хорошая секретка. То есть, окей, я не умираю в тех местах, где должен умереть, но я умираю в тех местах, где по факту сдохнуть довольно сложно. Не умею. Все, наконец-то я... Ладно, все, зато мне теперь туда точно идти не надо. Не могу понять, то ли я криворукий, то ли мне просто так везет. Ну, скорее всего, и то, и то. Воу. Я не ожидал, что я допрыгну. А сейчас было ощущение, что я это место перепрыгнул. Как-то здесь странно все с прыжком пока что у меня. Так, а я в поисках секреток. Пока что их какой-то дефицит. Так, я хочу пройти немножечко дальше. Нет, я не хочу падать. Ауч! Это было больно. Такс. Ладно. Думаю, это было верное решение. Но пока что врагов вообще здесь нет. И главное не накаркать. А, чего? Как-то вышло. Просто прям на волосок от гибели. Серьезно? Что-то мне здесь даже упасть не получается. Как-то странно. Очень странное ощущение. Непривычно как-то. Игра не хочет меня убивать. Серьезно? Где это видано? Так, а здесь секреток часом нет? Да нет, сомневаюсь, что туда можно допрыгнуть. Так, а что здесь? Да здесь вроде бы ничего такого тоже нет. Где секретки? Ну-ка, здесь показывается? А, да, здесь показывается. А, спрятаны сокровища 2 из 2. Понял, секреток больше вообще не будет. Ну, по крайней мере, на этой локации. Почему с нами нет доктора? Он сказал, что придет. Что-то случилось. Он не стал объяснять. Спорим, доктор просто не хотел карабкаться? Может быть. Знаете, запись идет уже 33 минуты, и думаю, на этом я буду заканчивать. Так что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. А с вами был человек, который находился по ту сторону монитора. И всем удачи, всем пока.